Нижегородские экопункты начали принимать бытовую технику. Об этом стало известно во время открытия нового такого пункта на Окском съезде около дома номер 2. Помимо привычных макулатур и алюминиевых банок, сюда можно принести вышедший из строя пылесос, старый телевизор, даже стиральную машинку и другую, отжившую свой срок технику. И получить за это хоть и небольшие, но деньги. К слову, это уже 48-й по счету в городе экопункт и самый необычный по оформлению. Дизайнеры использовали вторичное сырье. Всего же за 2020 год нижегородцы сдали в экопункты почти 9 миллионов алюминиевых банок, 3,5 тысяч тонн картона. Инициативу оценили на федеральном уровне. Сегодня на открытие нового экопункта приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири.